23 года назад пришельцы Цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но корпорация Сел сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти, и быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. Сел застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Сел не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной. Во что я верю? Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать? Зал 5 ГСН, это охотник 3. Внимание! Возникли передвижения повстанцев по 33-й западной санитарной. Возможно, ничего особенного, но не расслабляйтесь. Этот парень, который у вас...
Не помнишь своих? Псих. Где твой нанокостюм? Сэл, сняли его с меня. Сняли с нас всех. Ты последний. Теперь все зависит от этого костюма. Вот и моя поддержка. Кейн, мы выходим. Не высовывайся. Двигайся. Кейн, бандит, отвлекающий маневр. Пророк, идем. Командир Ромео, Ромео один. Начинаю выжигание. Прием. Понял, Ромео один. Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола. Война начинается. Альфа Цеф? Нет. Помнишь ребят, нашпиговавших тебя, Кейвольд, в Сибири? Которые держали тебя в стазисе, бог знает сколько лет. Которые срезали нано-костюм с моего тела. Которые собирались сделать это и с тобой. Сэл, вот это они. А, забудь. Выгрузка нанокостюма в процессе. Всем вспомогательным частям. Это Некс. ИИ, отвечающий за безопасность цел. Выходим прямо из главной двери. Единственный наш шанс — эффект неожиданности. Никто не ждет такого безумия. Сделаем это тихо. У них ОБР наготове.
Ромео-1, иду к цели. Прием. Это было неаккуратно. Возможно, тебе нужно это. Лук? Да. Превращает тебя в невидимую, неслышную машину для убийства. Серьезная штука. Тебе нравится? Нет. Это потому, что ты еще главного не слышал. Угольные лазеры прикрепили этот лук к твоему костюму. Он достаточно мощный, чтобы остановить носорога. Сменные головки доставят порцию взрывчатки в любую цель. И что лучше всего, он не срывает маскировку. Ну как тебе? Посмотрим. Хорошо, теперь выдвигаемся. Пойдем. Ромео-1, проникли в Фокстрот 4. Горючка готова, прием. Что за хрень? Отлично. Поддержите. Критическая угроза. Этот гад из... Ромео-1, Ромео-2, выжигание завершено, прием! Спешить. Идем. Куда мы идем? Это эпицентр СЭЛ. У них тут 1002 спецназа. А ЦЭФ? Оставь это, приятель.
инопланетянам конец. Пора бы это уже осознать. О, вы, должно быть, шутите. Они там. Давай, псих, пойдем. Откройте эту дверь. Покажи мне свое лицо. Вырезал меня из гребаного костюма, теперь покажи мне лицо. Псих, идем. Я найду тебя. Я найду тебя, твою мать. Когда они выдирают тебя из костюма, ты находишься в сознании. Многие из ребят умерли в муках, сердце не выдерживало шока. Давай. Идем. Окей, я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога всех. Беглецы пересекают берег. Уничтожить со всей тщательностью. Сам. Отвали! Не нужен мне гидрокостюм.
Двигай вперед. Встретимся внизу, окей? Вас понял. Выдвигаемся. Двигаюсь в следующую зону. Псих? Да. Понял. Нам нужно больше стрелков. За нами ничего нет. Если он прорвется, то доберется до купола. Это ничем не отличается от Бостонского восстания. Побеждаем перед стрелки, что он могли бы затем. Это тебе не кучка мятежников. Я понял. Тебя не спасет, гад! Я прижму его! Вы подходите! Помощь! Нагнитесь!
почти на месте. Это что такое? Псих, я прошел. Да, я понял. Встретимся у лифта в башню. Осторожно. Я устанавливаю турели. Ты можешь их сломать. А я не могу. Как только мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди? Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Да, я помню. Большинство из них должники. Сел владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, я покажу тебе, чем занимались Сел, пока ты спал. Может, тогда ты поймешь. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2.0. Что они сделали? Город. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это Сел. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цевской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь Сел. Проще некуда. Нет. Альфа-Цев показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет. Есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сел тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сел. Здесь свершается не просто революция. Я видел это. Сел играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем.